Я всегда так делаю. Это просто нереальный подарок. Это универсально для всех. Я раньше сама пренебрегала этим. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. Я желаю вам хорошего новогоднего настроения. И в преддверии нового 2021 года я решила сделать вам подборочку новогодних подарков. Я подобрала несколько идей. Что-то мне дарили, а что-то я считаю очень хорошим подарком подарить, потому что перед Новым годом это всех волнует, у всех болит голова, что подарить близким, родственникам, родным. Их много, да, это не день рождения, когда ты выбираешь один подарок одному человеку. Это всем нужно подарить, соответственно, бюджет не резиновый. И сейчас я вам, в общем-то, подам идеи, а вы напишите обязательно в комментариях, что вам понравилось. Если эта идея вам уже нравится, то обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, потому что впереди еще очень много интересного. Как видите, у меня фон такой красивый для вас, стараюсь. Решила такой золотистый, сама такая вся, видите, золотистая. Вот, надеюсь, вам нравится и ваши глазки радуются. Это мой подарок к Новому году вам. Я стараюсь для вас сделать все лучше и качественнее видео. Все полезные ссылки я оставлю под видео. Это видео совершенно не рекламное, я ни с кем не договаривалась. Это видео чисто для вас. Именно то, что я действительно считаю хорошим подарком. И, кстати, сегодня видео будет еще и непростое, потому что я хочу для вас устроить конкурс и разыграть для вас подарок. Будет 4, внимание, победителя. Так что оставайтесь со мной до конца. Итак, первое, что я могу посоветовать, совсем недавно мне подарили, и мне было это очень приятно, мне подарили халат, но не простой халат, а халат с моими инициалами. У меня белый халат, махровый, я думаю, это в принципе у каждого человека должен быть. Всегда выйдешь из душа, мужчина, женщина, неважно, ребенок. Очень удобно накинуть халатик всегда после душа. И даже неважно, в какую погоду, я вам честно скажу, даже летом иногда вместо полотенца, чтобы ходить, да, лучше накинуть халатик. Как раз таки такой, который влагу впитывает. Я знаю девочку, которая вышивает у себя разные инициалы на полотенцах и на халатиках. Я вам покажу, какой выслала она. Мы все с ней выбирали. С ней вместе можно выбрать шрифт, с ней вместе можно выбрать проекцию какую-то, да, там несколько вариантов есть. И, соответственно, что вы хотите, чтобы было написано. Когда она все это спроектирует, она вам присылает. И после вашего одобрения она уже все это вышивает непосредственно на той вещи, которая вам понравилась. Мне она прислала халат. Я выбрала розовые буквы. Халат очень качественный, ивановский текстиль. Мне очень нравится. Я давно хотела такой халатик. Видела в инстаграме у девочек. Думаю, именные халаты у всех есть, а у меня нет. Теперь он у меня есть. И в подарок она еще прислала Денечке полотенчика. Синим вышито Дэнни, это было тоже очень мило, теперь у него есть свое личное полотенце. Я считаю, что это отличный подарок, потому что можно его сделать как мужчинам, так и женщинам. Полотенчики на самом деле, да, если много там, много уж совсем. Можно не всем халаты, конечно, я не знаю просто сколько оно стоит, если честно. Я думаю, что у нее недорогие цены, можете пройти по ссылке в инстаграме она и спросить все непосредственно у нее. Следующая идея новогодняя, это новогодний сувенир, но плюс сувенир и полезность. Это тоже мне совсем недавно подарили. Оно красиво смотрится в интерьере. Это свечи. Свечи ручной работы, они гипоаллергенные. Девушка тоже занимается ими, делает очень красивые боксы, подарочные. У меня очень много этих свечей. Они очень красиво смотрятся, они разные формы. Также она очень красиво их оформляет. И я думаю, что это будет очень хороший подарок. Там в боксе, например, идут разные свечи, да, но они гармонируют друг с другом. Вот. И я считаю, что принять ванну или сделать какой-то ужин, свечи всегда пригодятся. Ну и в конце концов выключили свет у вас, да? Свечи всегда нужны, всегда важны. Она делает их по специальной там своей технологии, со специальным воском, что-то с медом. Честно говоря, я уже прям как следует не помню все эти детали. Вы можете зайти по ссылке точно так же в инстаграме, ну прямая ссылка, даже если вы не зарегистрированы в инстаграме, вы сможете, я думаю, прочитать всю информацию. Реально от души подходит к этому, очень красиво упаковывают, тоже может быть отличным подарком. Следующее, это одно из моих любимых подарков. Я всегда так делаю. Я собираю любимые продукты. То есть я беру, покупаю какую-то красивую коробочку,
большинство, я думаю, что у нас у каждой есть какие-то свои фавориты, любимые продукты. Я как раз-таки собираюсь скоро видео снять, фавориты мои за год, за два, за три последних там, да, ну, за год, например, фавориты за год. Что действительно вам за последнее время понравилось и чем бы вы хотели поделиться со своими близкими? У меня чаще всего это какие-то косметические средства, и это, скорее всего, бьюти-бокс. То есть все любимое, какой-то спрей для волос, крем любимый. Мне даже дарили мои подруги тоже вот какие-то фавориты, и вы знаете, это же, да, это маска, это супер маска, да, а вот этот спрей, это супер спрей, а вот этот лак, это супер лак, и вот все самое лучшее так собрать, и мне кажется, это такой подарок самый от души. А если вы не знаете, например, да, и нет у вас таких бьюти каких-то, но в вашем окружении есть люди, которые любят всякие разные бьюти штучки, то я рекомендую вам вообще пройти в магазин к моей подруге Люсе, кто знает, она тоже блогер, ссылку на нее я оставлю под видео. Она в своих видео, между прочим, снимает подробные, детальные обзоры всей косметики, которая продается в ее шоуруме. Косметика у нее сертифицированная вся. Это не то, что вы можете найти везде, на многих просторах в интернете, в больших каких-то маркетах, где даже не смотрят на сертификацию товаров. Она подходит к этому очень скрупулезно, потому что она сама любит уход, она прям относится к этому очень важно-важно. Тем более, если у нее свой шоурум, то, конечно, продавать она будет все самое лучшее, потому что для нее авторитет, качество товара очень важно. Поэтому в ее продукции можете не сомневаться. Всю продукцию она тестирует на себе, снимает в своих видео и инстаграме. Причем корейская косметика — это недорогая косметика, но при этом она просто нереальная. Я, если из всей косметики, которую так выложить, корейская — это number one. И если мне что-то нужно, я всегда говорю: Люсе, что у тебя там есть? Мне нужно вот это, и вот, кстати, собираюсь себе приобрести крем для лица. Она также готовит боксы к Новому году на подарочки, делает красивое оформление, фирменное оформление, от души подходит к этому ко всему. Конечно же, в каждый заказ она кладет подарочки, новогодние подарочки, поэтому ссылку на ее магазин я тоже оставлю под видео, можете все вопросы задавать в директ, она вам на все с удовольствием ответит. Отправка из Москвы, я считаю, что это центральный город, откуда очень быстро, в принципе, да, ну, смотря где вы, конечно, находитесь, но заказывайте, в общем, заранее. Отправка с Москвы. Еще одна из идей для подарка — это спа. Девочки, это просто нереальный подарок. Это может быть даже самый лучший подарок из всех, которые я вам перечислила, да, какие-то вещи, примочечки, да-да. Но то, какие впечатления оставляет за собой спа-салон. Если у вас есть возможность, конечно, подарите прям спа-уход с массажем, со всеми делами. Ну, знаете, цены на это все дело разнятся, там от 5000 где-то будет все это стоить, да. Каждой подруге подарить, конечно, спа-салон, может быть, это будет накладно, да, это скорее может быть на день рождения такой подарок. Но также есть спа-дни. Во многих салонах есть спа-дни, когда вы можете целый день проводить в спа. Во всяком случае, у нас в Ростове есть такой спа, куда я очень люблю ходить. Спа день, целый день вы можете проводить, купаться в бассейнах, ходить в 5 саун, посещать солевой грот, купаться в джакузи. Можно также провести этот день вместе с подругой, просто подарив ей сертификат. Вы ей дарите сертификат на спа день и проводите с ней вместе время. Тоже отличный, мне кажется, подарок. Еще одним очень удобным подарком я считаю сертификат. Такой как бы денежный сертификат, который вы берете в определенном магазине. Вы можете выбрать магазин любой, который вам нравится, а может быть, не вам нравится, а нравится именно тому, кому вы собираетесь подарить этот сертификат. И это очень удобно, когда вы берете сертификат на 1000 рублей, на 2000 рублей, там, на 5000 рублей, смотря насколько там близкий человек, да, или сколько вы рассчитываете денег потратить вообще. Вы просто дарите человеку сертификат, а он уже либо выбирает на эту сумму что-то в любимом магазине, либо использует этот сертификат как денежную купюру, 1000 рублей, может быть, свои деньги какие-то добавит, но он выберет именно то, что ему нравится, именно на свой вкус, и будет помнить, что это именно ваш подарок. Мне кажется, что это универсально для всех, и для мужчин, и для женщин. Сейчас во многих магазинах делают такие подарочные сертификаты, тем более к Новому году. Не упускайте вот эту идею, она очень важная. Ну и, наконец, отличная идея для подарка – это новогодний свитер. Если честно, я раньше сама пренебрегала этим и думала, что это, ну, за подарок я вообще не думала. Я даже себе думала, зачем мне нужен новогодний свитер. Я же с ним не пойду куда-то. То есть это такая сезонная вещь, не знаю, ну, для фотосессии только. Да и именно для фотосессии, для съемок видео мне. Почему-то я раньше об этом не думала. Ну и ладно, я блогер, мне понятно, классно, новогодний свитер, один, другой, третий. Весь декабрь, весь январь можно снимать в разных свитерах.
Но фотосессию делают все. И все время классно делать ее в каких-то новых свитерочках, да? Мне сейчас все спрашивают, где ты покупала свитер, в котором там вот я снялась и в сторис выложила. Всем интересно, потому что все хотят запечатлеться как-то каждый год. И мне кажется, это отличная идея. Подарить новогодний свитер. Я здесь вам вставлю свой новогодний свитер, как он выглядит. Я и Денечке купила такой свитер. И даже хочу еще, если увижу, куплю свитера. И пусть они будут, и пусть они остаются на следующий год. Может, не придется даже, да, покупать на следующий год. Но я такой человек, что если мне что-то понравилось, у меня должно быть этого несколько штук, да. Но мне кажется, это отличная идея для подарка. И подарила бы я маме или всем своим подругам. Подарила бы я брату, невестке, племяннице. Да всем было бы это актуально. Плюс носочки можно подарить, если вы считаете, что одного свитера, например, мало, да? Они есть разные, они есть теплые, есть с горлом, есть без горла. Я себе без горла, например, выбрала. Один можно какой-то с горлом взять. Есть более легкие такие, легкой вязки. Есть вообще не вязаные, а, например, свитшотики какие-то. Но именно Новый год. А что? А каждый раз Новый год настает, и что-то новогоднее хочется. А кто дома всегда отмечает? Какие-то пижамки новогодние, штанишки новогодние. Очень классно, я считаю. Вот, мне кажется, это отличная идея для подарка, и мне было бы приятно такое получить, а значит и другим, я думаю, тоже было бы приятно это получить. В общем, вот такая идея. Ну, а теперь я приступаю к конкурсу! Та-да-да-дам! Та-дам! 4 караоке-микрофона со встроенной колонкой. Блин, здесь столько возможностей. Я уже показывала обзор на этот микрофончик. И я не помню, где. На втором, наверное, канале. Возможно, здесь вы даже и не видели. Это 4 микрофона, чтобы вы видели. Они полностью запечатаны. У меня вот есть распечатанный мой микрофон, потому что я считаю, что он классный. И я себе сначала его купила, затестила, снимала вам видео. Мне очень понравилось. Я его купила, на самом деле, недорого. Но до этого у меня еще 2 микрофона есть, которые я покупала, один за 800 рублей, а другой вообще за 2900, 2500, когда они только пошли. Но этот микрофон лучше тех, которые у меня. Поэтому я решила забрать последние микрофоны в этом магазине. Можете туда не идти. Их там нет. Я все забрала. Их очень быстро разобрали. Я взяла 4 разных цвета. Голубой, черный, золотисто-желтый такой и золотисто-тепло-розовый такой оттенок. Я взяла 4 разных. Нет, я знаю, где какой, они там отмечены, но буду отправлять в хаотичном порядке. Сейчас я вам рассказала о том, какие подарки можете подарить вы, а сейчас мы переходим к тому, какой подарок хочу подарить вам я, и это тоже, кстати, отличная идея. Детям, например, у меня Денька очень любит: давай танцевать, давай петь. Я сейчас вам покажу кратенько, что это за микрофон. Я думаю, вам всем понравится, и я вас всех призываю к участию. 4 человека, 4 победителя, это хорошие шансы. Вот такой вот микрофон внутри. Здесь можно, прикольные какие функции, я вам сразу расскажу. Он включается, заряжается, то есть он не работает от батарейки, он работает от аккумулятора, который заряжается в сети по USB, да, или просто зарядкой. Здесь можно менять голоса, то есть можно говорить как маленькая девочка, там, как подросток, как парень, как взрослый басовый мужчина, то есть можно также петь такими голосами, ну и в обычном режиме, да. Сюда можно подключить наушники, да, сюда можно подключить USB, AUX USB провод какой-то, сюда можно подключить флешку, на этой флешке может быть ваш минус уже, то есть вы вот так сюда подключаете, минус включаете, здесь переключаете треки вперед-назад, делаете громкость тут, и на самом микрофоне вы можете делать эхо и громкость. Давайте я вам просто включу, покажу немножко, как он работает, как сейчас поменяется звук. Мне он очень понравился. Сейчас эхо включено много, ремикс называется эхо. Сейчас я его чуть-чуть удалила, вот просто... Видите, отличный, отличный микрофон. Он не басит вот здесь, не рябит. Лично у меня, вот, да, которые я тестирую, но те должны быть идентичны. Они просто запечатаны, я не хочу их распечатывать. Если мы включаем эхо, то смотрите, как меняется звук, да? И я уже говорю, как будто на огромную аудиторию. А как приятно петь сюда. Слушайте, я как будто это мои микрофоны, и я их продаю. И такая, а как приятно петь. Поле русское. Почему-то, когда я беру в руки микрофон, мне хочется спеть именно что-то подобное. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Где открыты двери? Я бегу по туннелю. Впереди темнота. Жизнь глубиной подземелья. Я бегу по
Где? Блядь, тоже сбиваю. Где? Все, я вот просто не туда еду. Я подойду к тебе незаметно, ты не увидишь моего лица. Раз, два, еще грубее голос. Я оценила этот микрофон, оценила качество колонки. Этот микрофон также можно подключить к колонке, и звучание будет идти из колонки. Само по себе звучание этого микрофона реально хорошее, мне есть с чем сравнить. У меня есть и дешевые микрофоны, которые там в комплекте с колонками шли, которые поешь, а они там свистят, ребят, или там сильно звуки непонятные посторонние. Этот достаточно еще и качественный микрофон. Я его сначала думала, Дэнки будет он играться, но мне в итоге даже жалко ему так давать, потому что я сама фанат этих всех микрофонов, у меня есть разные, от 20 тысяч, дорогой вот он стоит микрофон здесь, да, до, там, не знаю, недорогой есть, за 4, профессиональные, в которые поют вокалисты. Короче, это классная вещь, я вам серьезно говорю, и я забрала их, чтобы для вас разыграть. И какие же будут условия конкурса? Итак, участвует вся Россия. Условия конкурса — это быть моим подписчиком, потому что конкурс я делаю для своих подписчиков. Это быть обязательно подписанным на меня. Это по умолчанию вообще как бы, да? Ну и самые главные условия. Я хочу сделать еще подарок на Новый год. Но это такой не основной подарок, да, а дополнительный подарок своей маме. Я хочу, чтобы у нее к Новому году обязательно было круглое количество подписчиков. Сейчас у нее, я смотрела, 14 900, но я точно хочу, чтобы у нее было 15 тысяч и больше. Вот, а потому что она очень правда старается над контентом, она старается для вас снимать, она днем и ночью думает о том, чтобы снять интересненькое для вас. Старается, я это вижу, и поэтому хочется, не только потому что она моя мама, да, но и потому что она действительно очень старается, мне хочется сделать ей приятное, и поток своих подписчиков, часть подписчиков своих, а может быть и все, кто смотрит это видео, пошли на ее канал и подписались на нее. И написали ей «С Новым годом от Селены». Вот, в комментариях. Ты красивая. Ты красивая. Зайчка, еще чуть-чуть, пожалуйста. Ты вот. Красивая. Я красивая. Спасибо. Пиццу. Я думаю, что это будет отличная идея. Ну, а так, чтобы нас больше насобиралось, больше узнали о нашем конкурсе, обязательно делайте репост в одну из своих соцсетей. Это может быть Одноклассники, Facebook или ВКонтакт. И в комментариях, чтобы я могла выбрать победителя, он будет выбираться случайным образом, в комментариях вы пишите «участвую» и ссылку на ваш репост, чтобы я вас смогла идентифицировать вообще, найти, посмотреть, что вы выполнили условия, да, к маме тоже, чтобы выполнили условия, чтобы я вам могла в конце концов написать, то есть я могла, чтобы вас найти. Вот такие вот условия, в принципе. Конкурс будет длиться, так я не знаю, какого числа выйдет это видео. Я, в общем, все напишу под видео, продублирую все, что я сказала, так что не волнуйтесь, перематывать не надо, переслушивать. Просто зайдите в инфобокс, там будет ссылка на мою маму, там будет подробное описание пункт за пунктом, что нужно сделать. Если вы подписаны на меня и на мою маму, то вам остается сделать только репост. Да? Ставьте лайк этому видео, если любите конкурсы, если любите подарки, если одна из идей моих подарков вам понравилась и вы приняли на вооружение, а также в комментариях еще пишите идеи своих подарков. Вот можете даже один или два написать, какой подарок вы считаете на Новый год самый лучший, но с учетом того, что вы тоже бы хотели получить этот подарок. То есть пишите тот подарок, который вы хотели себе и считаете, что многим он нужен и будет полезен. Я думаю, что многие зрители, которые перейдут в комментарии, им будет интересно все это почитать. И пусть все наши близкие и родные в этом году получат от нас подарки, от которых будут в восторге и не выкинут их и не передарят. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую, все уже сказала. В общем, прощаюсь до следующего видео и участвуйте в конкурсе. Скоро увидимся. Пока-пока.